девушка, вы что-то курите или чем-то пьете? Я не понимаю, нормально? Или у вас отражаются проблемы со здоровьем? Что? Какие расценки? Звездой будешь, стань звездой. Звезда, Люба, звезда и Дуба. Давай. Больше не ходи. Если подойдет старший, ну, забьет на вас. Не оскорбляй, ты ее фотографируешь, она простая девочка. Я ее не оскорбляю, я его оскорбляю. Так не, ну подожди, она там грубила, понтовала. А теперь она живет. Не, ну девочки, просто не шли по их звонку. Нет, я с вами. Знаешь, девочка не зажимала голубей. А где разрешение на ведение бизнеса? У вас есть запрещенное предприятие. С чего вы взяли, что я занимаюсь этим? Ты же сказал, голубей. Ты же сказал, что ты главный здесь. Вообще, кто сказал? Я ты не сказал. Нет. Отпусти меня. Говорю, можешь отпусти. Дайте сзади ребенка. Да, надо просто тебе сварку. Никто не будет текать. Я говорю, давайте отойдем и нормально встанем. Вот кто старший, пацаны? Нам... Без нервов, без резких движений. Это ваше? Общее. Общее? Чьи общее? Документы на ТИС. Молодой, повернитесь, пожалуйста. Повернитесь, все, стоим вот так. Сейчас пойдем на лист. Я позвоню. Милиция сюда придет. Ребята, вы тут не в той ситуации, чтобы бычиться. А еще не тут нормально общаться. А что? Остановитесь, это я. Куда ты уебываешь? Так не надо бегать тут на месте. Если мы еще раз вас на этой территории... Да, подними, покажи это. А щипали нигде, аж видно, что крыльев нет практически. Тише. А где еще два? Там, вон, там можно брать. А, там лаком делают. Нет. Щелки делают лаком. Да? Да. А где? Так вот, вот этих, вот это вот уже. А, и тут еще. Положи этого сюда в клетку. Да ты всех вместе сюда. Вон, что ты там сверху на твоего сел. Может, анализировать, что? Они не будут анализировать, потому что... Да, ну, они же что-то делали, смотрите, по-моему, с голубями стояли. Ну, да. Вообще, блин, мне чухляется, что они все равно... Да, они реально, она не понимала, почему вообще, типа, она думала, что... Там, где с ними... Да, с балкона там вообще отлично.